Вместо капремонта капитальный беспредел устроил волгодонский шахтинский подрядчик. Куда дели миллионы и сколько простоит дом с таким капремонтом? Этот вопрос не дает покоя жителям дома номер 175 по улице Степная в Волгодонске Ростовской области. Уже несколько месяцев они пребывают в стрессе от криворука выполненных, по их мнению, ремонтных работ. Они не знают, как понять разгильдяйство подрядчиков, недосмотр контролирующих органов и миллионы потраченных рублей на работы, которые, кроме как халтуры, по их мнению, назвать нельзя. Когда пришел капремонт, мы вот это вот увидели. Конечно, мы в ужасе. Подрядчик, когда говорил, будет делать по новой технологии, именно вот эти швы межпанельные, он сказал, мы будем выравнивать панели, восстанавливать края, и швы будут на 1 сантиметр с углублением от панелей. В результате, посмотрите, мазня, непонятно что, даже швы не размазаны, вот этот герметик. Сверху нашлепано, непонятно что. Волгодонцы возмущены безобразным качеством выполненного капитального ремонта, после которого в квартирах стало холоднее, чем раньше, а на стенах образовался грибок. Строители ушли 30 декабря, дав понять, что работу выполнили. Но жильцы дома до сих пор не знают, подписан ли акт принятия объекта. Никто из них в данной процедуре участия не принимал. Председатель совета дома номер 175 по улице Степная Любовь Михайлова и жители МКД возмущены и предполагают, что с капремонтом дома им пришлось столкнуться с настоящим беспределом со стороны подрядчика, которого, как они считают, кто-то неплохо прикрывает. Жильцы дома, получившие вместо капитального ремонта капитальный обман, уверены, что подрядчик запросто мог присвоить себе крупную часть суммы, выделенной на ремонтные работы по повышению эксплуатационной надежности дома. В доказательство этому стоит лишь взглянуть на дом, который после капремонта стал выглядеть хуже, чем до. Сломали все деревья. Говорить им бесполезно, потому что они не может вам еще и белье постирать. Хамят, вот, издеваются. Это я вообще не понимаю. За наши деньги это не дом, а уродство. И одна отговорка. Все за дополнительную плату. Платите отдельно. Напомним, дом номер 175 по улице Степная в Волгодонске в этом году вошел в капитальный ремонт, который должен был быть окончен в октябре, но был завершен лишь к концу года и далеко не таким образом, какого ожидали жильцы. Кроме как безобразием и растратой многомиллионных средств, назвать работу подрядчика ЦДС у них не получается. Жильцы дома во главе с председателем совета дома обратились в блокнот с криком души, потому что все остальные пути уже пройдены. Страшные кривые межпанельные швы, искореженные подъездные козырьки, разбитые из пачканные цементным составом окна, выполненные для отвода глаз работы стоимостью в миллионы, довели жильцов дома до отчаяния. Ну, я считаю, что это не на 10 миллионов работа. Во-первых, самое первое, что надо было с цоколя, с фундамента начинать. Там вообще работы нисколько укреплять. У нас такой дом, где именно цоколь 5 сантиметров толщина. Оттуда все идет, весь пятиэтажный дом держится вот на этом цоколе. И в результате они все разбили и замазали вот сизиластом. Но это же неправильно. Они должны были в первую очередь сделать изнутри подвал, а потом уже начинать стены. Но все дорогостоящие работы они быстрее бегом-бегом сделали. Ну, конечно, некачественно. А вот те, которые стоят недорого, но трудоемкие, они отказываются делать. Что делать дальше и к кому обращаться еще с жалобами на безобразную работу по капремонту подрядной организации ЦДС, Центр делового сотрудничества из города Шахты, которая выиграла тендер на капитальный ремонт их дома. Как утверждает домком Любовь Михайлова, собственники квартир даже не знают сметной стоимости выполненных работ. С первого дня капремонта никакую документацию им никто не показывал. Свое негодование жильцы дома выразили в обращении, которое направили на имя директора фонда капитального ремонта Владислава Крюкова и получили ответное письмо, в котором говорится, что передача собственникам копий проектов смет на работы и услуги по капитальному ремонту МКД до или во время проведения капитального ремонта жилищным кодексом не предусмотрена. Мне пришел ответ из фонда капремонта, что вам не положено по жилищному кодексу давать никакую информацию и никакую техническую документацию. Но согласно жилищного кодекса, статья 190, они должны были предоставить, и мы собрание проводили 20 июля, что представитель, все работы согласовываются с представителем собственников. Но на данный момент
собственников вообще отодвинули в сторону. Нас даже не информируют, какова стоимость сметная. Ничего. Мы вообще в полном неведении. Спасибо Общественной палате Ростовской области Литвиненко Василию Афанасьевичу и общественному инспектору города Волгодонска по ЖКХ Сушину Ивану Гавриловичу. Они, конечно, добились, что 16 числа приедет жилищная инспекция на наш дом с Ростова. Владислав Крюков в ответном письме отметил, что в процессе работ была выполнена расчистка кромок стыков от старой краски, пыли, герметика, произведено вскрытие стыков с удалением заполнителя, а швы заделались нагнетанием монтажной пены и укладкой прокладки Вилотерм, а заделывались швы мастикой Сазипласт. Звучит красиво, дорого и, наверное, надежно, но на деле получилось, что в квартирах стало находиться попросту некомфортно. Температура в квартирах МКД после капремонта стала ниже на 6-8 градусов, а в квартирах распространяется грибок, и это с учетом того, что этой зимой еще не было сильных морозов. От Крюкова пришел ответ, но на качество работ, что нарушен вот именно теплоизоляционный слой, что работники были вообще не квалифицированные. Каждый день мальчики менялись, разные. Они даже не держали в руках тишпатель, вообще не правило, что такое, ничего не знали. Просто вместо штукатурки они как бы шпателем работали, как бы шпаклевали. Вот. И в результате, конечно, там где-то теплоизоляционный слой сделали, где-то нет. Ну, Крюков вот мне ответ прислал, все согласно СНИПа сделано. А разве это согласно СНИПа? И посмотрите, какие швы. Как следует из ответного письма директора фонда капитального ремонта Владислава Крюкова, работы по утеплению цоколя многоквартирного дома не могут быть выполнены за счет минимального размера взноса на капитальный ремонт. Для проведения работ по утеплению цоколя собственникам необходимо на общем собрании принять решение о повышении взноса на капитальный ремонт. В настоящий момент все надежды жильцы дома номер 175 по улице Степная возлагают на жилищную инспекцию из Ростова-на-Дону, которые обещают прибыть завтра. Но в любом случае, рук опускать не собираются. Они прекрасно понимают, что в ближайшие 40 лет их дом больше не увидит капитального ремонта, поэтому намерены бороться за справедливость на всех уровнях, даже дойти до президента, если понадобится. Мы не собираемся оставаться на том, что вот сейчас принимать такой дом. Мы собираемся дальше биться за свой дом, собираемся, чтобы нам доделали его как положено, и будем обращаться даже выше. То есть мы уже обращались к Голубеву, 30-го он получил письмо, декабря. Теперь, значит, получается, надо идти выше. Потому что мы живем в таком доме, еще 40 лет не будет ремонта, и когда подходишь к нему, даже такое впечатление, что ну, не было капремонта. Такой изуродованный дом. Но еще и холодно стало. Вот в чем вопрос самый главный. Что морозов нет, а холодно стало. На 6-8 градусов ниже. Это ж уму непостижимо, как холодно. Как стало известно блокноту, жертвами подрядчика из города Шахты стали еще по меньшей мере две волгодонских многоэтажки. В редакцию блокнот после публикации статьи о доме номер 175 по улице Степная позвонили жильцы дома номер 39 по улице Морская и рассказали, что в их доме после проведенных работ в рамках капремонта абсолютно аналогичная ситуация. Такой же безобразный капремонт силами все той же шахтинской компании ЦДС. Тоже пренебрежительное отношение к жильцам и разгильдяйство. Еще позже стало известно, что жертвой строителей из ЦДС стал еще и дом на Ленина 39. Тендер на капитальный ремонт в домах по всем этим трем адресам выиграл тот самый Центр делового сотрудничества из города Шахты. Как удалось выяснить блокноту, в феврале 2019 года ЦДС на безальтернативной основе победил в конкурсе регионального фонда капитального ремонта. Компания оказалась единственным участником электронного аукциона, то есть соперничать в аукционе ЦДС ни с кем даже не пришлось. Волгодонский ЦДС обязался провести капитальный ремонт в 10 домах. Начальная цена контракта на все 10 домов составила 55 миллионов 959 тысяч рублей. Ремонт дома номер 175 по Степной оценили в 8 миллионов 900 тысяч рублей. ЦДС подрядилась отремонтировать фасад, подвал и фундамент дома.
Начальная стоимость ремонта фасада была оценена в 8,4 миллиона рублей, а ремонт подвала в 300 тысяч, ремонт фундамента в 223 тысячи. С огромной завистью волгодонцы, проживающие в этих домах и переживающие сейчас ужасы капремонта, смотрят на соседние дома, отремонтированные другими подрядчиками, и просят помощи у администрации Волгодонска в поисках справедливости. По их мнению, за безобразный ремонт, мошеннические схемы подрядчик из шахт должен понести ответственность и переделать свою работу или вернуть жильцам деньги, чтобы капремонт в их доме все же был выполнен как следует и добросовестным подрядчиком, желательно из Волгодонска. За официальным комментарием по данному вопросу редакция «Блокнот» обратилась в администрацию Волгодонска. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Веслоушкин дал письменный комментарий, отметив, что позиция администрации города Волгодонска оказывать содействие собственникам многоквартирных домов при проведении капитального ремонта, а также поддерживать и защищать их интересы. Сергей Веслоушкин подчеркнул, что собственниками домов и администрацией города акты выполненных работ до настоящего времени не подписаны, а вопрос капитального ремонта МКД номер 175 по улице Степной рассмотрен на заседании Координационного совета по вопросам жилищно-коммунальной сферы Волгодонска, в результате чего было принято решение об обращении в Министерство ЖКХ региона по вопросу некачественно выполненных работ при капитальном ремонте дома.